Все, выдвигаемся. Выдвигаемся в сторону Красноярска. Вот на такой стояночке ночевал. Избушка на курьих ножках. Домик охранник. Кстати, тут баня имеется. Ека. Такая же, как у меня. Или у меня такая же, как у него. Вот. Банька имеется. Кстати, огонечек. Банька сходила, я вчера помылся. Да, побрился. И все, сейчас едем. Везде ремонт. Везде ремонты. Так, у нас впереди Кемеровская область. Стелла вон. Стелла имеется. Вот такие вот ремонты. Кстати, вчера приятнейшую новость услышал. Наконец-то у меня будут изменения по машине. Улучшение. У меня все готово. Постараюсь это показать. А пока рассказывать не буду. Чтоб не сглазить. Ладно, едем дальше. Так, это у нас впереди Кемеровские Альпы. Короче, Кемерово прошли. Тут за Кемерово горочки есть. Какая машинка работает? Машинка работает. Это спасибо, спасибо. Thank you very much. Much very. Едем, короче. Вот так все это дело спускается. Ну, тут горочки есть, короче. Ну, немного. Ну, такой мини-уральчик. Так, мы подъезжаем к Мариинску. Это у нас водочная провинция. Обалдеть, я точно давно не был. Даже у меня вон навигатор все в курсе, а я не в курсе. Но я слышал, объездную сделали, объездную дорогу. Так, Мариинск у нас получается туда вот на мост легковые пошли, а мы поехали в объезд. Там вечно были переезды, на переездах стояли, там, оф, вечно этот мост разбитый. Мне интересно, где она будет выходить, где мы будем выезжать. Раньше уходили туда. Обалдеть. Блин. Столько изменений за одну поездку, а? А все жалуемся, блин. Буксует. Тут тревесильное движение было. Асфальт мокро, немножко буксует машинка. Посмотрим, сейчас аварийки поморгают. Что-то всем моргаю, то что обгоняли. Тоже нет. Вольво, а ты сейчас обошел в канале? Нашел. Слушай, а у меня что, поворотник правый не работает? Что-то я всем моргаю и что-то тишина. Ну да, я не видел вроде. Принял, спасибо. Лукавят, ребята. Машина умная, она бы выдала мне здесь ошибку. Да. Тем более был такой поворот, как бы опасный. Он не видел нифига. Я ему поморгал, он начал обходить.
Ну, ничего не поделаешь. Кто как воспитан. Все, принял, коллега. Не до конца еще сделали объездную. Получается, она туда прямо бы уходила куда-то. Куда-то бы вышла. Не знаю, там развязка какая-то по навигатору. Но там еще не доделали. Ну, хотя бы так. Город уже объехали. У нас, получается, один переезд останется. Но я так понял, там будет за переездом выходить где-то. Все поселки вот объехали, получается, выезжаем сейчас здесь. Или не все. Светофор, я что-то немножко врубиться не могу, где это. Где это мы выезжаем? Ладно, сейчас разберемся. Вот она где будет выходить. Вот ее доделают. Вон и по навигатору все видно. Интересно, а это что? Переезд попадаем. Что-то я понять не могу уже, где мы едем-то. Да, тяжело. Когда не знаешь, еще и забыл. Так, ну сейчас проверим. Сзади меня джип идет. Сейчас я поворотником поморгаю. Все моргает, вот ошибок не выдает. Я моргаю легковым. Так, ни ответа, ни привета. Нет. Действительно что-то там не работает. Ладно, тормознусь, посмотрю. Что же за беда-то такая? Давайте еще раз проверим. Так, пошел вот джип. Я ему моргал. Так, еще, наверное, дубль будет. Еще одна попытка. И будем смотреть поворотник. Нет, все-таки один переезд оставили в прикуску. Так, пойдем смотреть поворотник. Только мне подсказывают, что это не поворотник. Ну это все в порядке. Я объясню сейчас почему. Было расширение. Я на расширении притормозил, ну как не притормозил, прижался вот так вот, пропускал легковые, там бусик был, но в итоге никто спасибо не сказал. И возникает логичный вопрос, а где мое спасибо? Ёшкин кот, ну для кого я тут лампочками моргаю? Ай... Я не знаю, ну ладно, вот маленький, вот этот бусик был, вот эту, и я всю пропускал колонну, блин. Бочки моргал. Ой, грузовикам я моргал. Ну как и среди коллег вот такое вот. Я вот
Потом говорит, блин, почему ты не моргаешь? Почему подсказать не можешь? Некоторые вот упрутся и в жопу прям встанут за тобой, едут. И он твоих фонарей, некоторые едут так, не видят. Моргаешь ты ему, не моргаешь. Я говорю, я тебя обморгался, блин. А некоторые не благодарят. И для чего это нужно, вообще непонятно. Блин, ну я вообще негодую. Ну как так-то, блин? Вот так и живем. Грязно как, блин. Сезон. Ладно, что-то трогаемся. А это у нас Ачинск. Так, красный. Красный опасный. Скажете, Ачинск. Ну и что ты его нам снимаешь? А многие, наверное, слышали, что горели военные склады. Да-да, и это вот было здесь. И я в тот день должен был выгружаться. Сейчас я покажу место, где я должен был выгружаться. Это молочный комбинат. Ну вот он получается у нас с правой стороны. Вот где вагоны. Вот как раз я вот тут вот выгружался. Сейчас дорога пошла туда, правее, под знак вот как раз, под 8 тонн. Да, и там я выгружался, я как раз ехал, я еще не успел приехать, и как раз все это началось, когда все это взорвалось. Блин, дороги у нас тут вот такие вот, с ямой, это, конечно, капец. Ну и вот я и еду, что-то ремонт был, там тормознулись, и мужичок подбегает, говорит, там, блин, на легковой, там что-то у Ачинского склады горят, что-то все взрывается, там вообще проезд есть. Блин, опять яма. Да ё-моё. Я говорю, да фиг его знает. Я говорю, ничего не слышал, радио включил, и, короче, ближе начал подъезжать, все бабахает, все гремит, все сверкает. Вот отсюда с моста я ходил вот в поселок, который с левой стороны, вот здесь вот. А здесь вот с моста я смотрел вот как раз вот этот лес, где труба, вот где-то примерно вот что-то там было. Я вот здесь вот стоял, когда военный самолет один или два штуки их были большой-большой. Летал, тушил, это все было на следующий день. То есть я до места выгрузки, естественно, приехал, я сначала остановился, там смотрел, но я не понимал, что происходит. Все сверкает. А грохот такой сначала сверканет, вот как салют. Вроде бабахнет, а потом звук идет. И звук такой сильный-сильный был, блин. Ну, естественно, я приехал и мне сказали, блин, короче, нет никого. Весь город эвакуирует. Вот я с охранником один там стоял, всю ночь на это смотрел. На следующий день тут с Москвы там что-то поприлетали. Ну, что-то было, я вот не вникал. А гружен я был не деловыми, а деловых линий. И этот менеджер звонил. Ну, менеджер это они сейчас это модно себя так обзывают. А это диспетчер, самый настоящий, блин, диспетчер. Звонит и говорит, блин, а вы когда выгрузитесь, блин? А я говорю, вы вообще за происходящим-то следите, нет? А что такое, блин? Я говорю, ну тут склады горят, ну горят, а когда вы выгрузитесь? Я говорю, город эвакуировали, уважаемый. Я говорю, я откуда знаю, тут нет никого, вот мы с охранником вдвоем сидим. Ладно, меня не прогоняют никуда, блин. Да, вот такой вот случай. Я всегда в такие какие-то истории вляпаюсь прям жир ногой. Вот, говорит, отсюда хорошо. Хороший вид был. А на выезде еще этот, с Техаса. Вот я там с Техаса смотрел с заправки. Блин, короче, да, вот такая вот. В тот бы момент я с камерой и было бы интересно. Мне так кажется. Было бы очень интересно. Да, вот такая вот история была. Это город Ачинск. До Красноярска нам чуть-чуть осталось. Вот, ну.
нас человек пропускает в Новосибирск. Он же старается для нас. То есть он прижался. Я еду. А, чувак, ты так и должен был сделать, что ли? Типа, ничего такого. Нет, ребят. Клавишу вот так вот нажал, поблагодарил. И все. С меня-то не убудет. А человек обо мне херню не подумает. На подъезде к Красноярску. Что-то там наверху прорвало. Непонятно, что только. Но что-то прорвало. Вот так все это дело выглядит. Да вроде нормально, видать. Можно подогрев включить, чтобы по суше было. Но не включают. Бум. Струя воды. Это была струя воды всего лишь. Да, сейчас бы щеточкой потереть. Машина-то вся грязная. Сейчас уборка, поля пахают. Все это с полей вытаскивают на дорогу. И машина ужасно грязная. За сегодняшний день я только испачкал тачку. До места еще 37 километров. Полчаса и на месте. Вот светильники. Блин, братан, ты бы посмотрел, что у тебя там впереди. Ну, не, это еще вроде нормально, есть похуже. Заехал я на выгрузку, тут вот погрузчик пытается поправить груз. Я говорю, вот они грузят из Золоберна. Не получается у него погрузить, поправить груз. Выгрузку. Все, короче, сижу, ожидаю. Хотел подытожить видео это чем? По поводу КамАЗа опять позвонили. Пукан у кого-то рвет сильно. Там на КамАЗе. Типа это неправильно. Не серийная машина, а ты такое. Ладно. Там куча других косяков, но фиксим, разберемся. Скинули мне заявку на погрузку. Завтра будем грузиться. Сегодня я выгружусь, перееду. Но это будет совсем другая история. Спасибо всем вам за то, что вы смотрите это видео. И пока, пока.